Жители одного из микрорайонов Петропавловска боятся остаться без жилья. В этом году в городе ожидается застройка одного из старейших районов. Частный сектор уже начали сносить, а взамен горожанам Акимат должен выплатить денежную компенсацию, ну, либо выдать новые квартиры. Многие жители с оценкой своей недвижимости не согласились и не торопятся переезжать. Любопытно другое. Частные дома в их районе стали подозрительно часто гореть. И компенсацию за их снос, соответственно, погорельцы получат меньше положенного. Моя коллега из региона подробнее. Татьяна Анисимова в микрорайоне Копай живет около 20 лет. Год назад жителям частного сектора сообщили, что их дома идут под снос, а здесь появятся новые жилые высотки. Старенький домик женщины оценили в 17 миллионов, но на этом и все. Ни денег, ни переезда. Вот пошел разговор, что нас будут сносить. И начали гореть у нас дома. Вот три дома 9 мая в 8 часов вечера вспыхнули и начали гореть. Ну, до нас немножко не дошло. Ну, сын у меня до сих пор караулит, чтобы нас тоже не сожгли. Соседи считают, что это поджигают. Сказали, кто погорел, они вообще получат очень мало. Снести в частном секторе планируют 117 домов. На их месте появится 27 жилых высоток. Из них строительство 9 многоэтажек по госпрограмме. На каждую планируют потратить по 1 миллиарду тенге бюджетных денег. При этом люди негодуют. За каждый снесенный дом по закону им должны предоставить равнозначное по квадратуре жилье или денежную компенсацию. А что делать тем, чье имущество сгорело? Сейчас на данный момент за сгоревшие дома мы ждем справку с ЧС. То есть это должно быть подтверждено, что действительно пожар был, дом стоял и дом сгорел. После этого мы уже комиссионно будем рассматривать. То есть если действительно по БТИ справка есть, то что дом действительно существовал, оценку, естественно, произвести невозможно будет, но комиссионно также будем принимать решение по возмещению, то есть либо жильем, либо деньгами. Пока одни жители микрорайона не согласны с оценкой своей недвижимости, другие не могут ее дождаться. Некоторые уже сами подыскали себе благоустроенное жилье и внесли аванс, но новоселами еще так и не стали. Галина Трощева, телеканал «Атамекен Бизнес», Североказахстанская область.